Пожароопасный сезон стал главной темой комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Щелковского района. Также в рамках заседания, прошедшего в районной администрации, обсудили строительство и ввод в эксплуатацию пожарных депо и меры, позволяющие обеспечить безопасность людей на водных объектах. Руководитель администрации Щелковского района отметил, что прошедшие месяцы пожароопасного периода выдались непростыми. По пожароопасному периоду, по первому вопросу, скажу, что мы прошли непростой период, очень сложно было, потому что пожаров было достаточное количество. Это, в первую очередь, поджигались остатки сухой травы. Очень часто выезжали пожарные расчеты и производили тушение. Я просил бы все-таки предупредительную работу в следующем году, да и в этом году продолжать неукоснительно. Однако Щелковскому району удалось избежать трагических происшествий, подобных тому, что случилось в городе Фрязино, где при тушении пожара погибли несколько человек личного состава МЧС. Я сегодня совещание поставил задачу профильным заместителю и профильным коллегам о том, что необходимо самую внимательную поддержку оказать семьям. Обсудили на совещании безопасность жителей на водных объектах Щелковского района. Есть определенный объект на территории Щелковского муниципального района, который требует неукоснительного внимания. Это объект, который не охвачен нашей охраной, нашей МЧС. На таких водоемах районным службам было поручено обеспечить меры безопасности, используя муниципальный ресурс, вплоть до наблюдения с воздуха при помощи квадрокоптера.